Всем большой привет! Вот сегодня я вам хотела бы рассказать, как я делаю заказ на Makeup.ua и почему для меня это очень-очень удобно. Так что у меня рука трясется. Значит, изначально сайт мне нравится тем, что здесь очень недорогие цены. И можно найти все, что душа пожелает. Вот у них такие вот удобные категории. Открываешь сразу, и тут есть у тебя, даже ничего не нажимая, просто наводишь там волосы, и тут пошло шампунь, ополаскиватели, кондиционеры и все-все-все. Значит, изначально я хожу, ищу по категориям, что мне нужно. Там нашла, вот там, например, зашла, например, вот я искала гель алоэ. Вот, нашла, да, там посмотрела, ага, вот такие вот. Можно здесь вот выбрать там дневной, ночной, универсальный, по возрасту, детям, для женщин, короче, куча-куча категорий, даже можно выбрать, в какой стране производится масс-маркет, middle-market, люкс, профессиональный или натуральная косметика, то есть все, что угодно. Но я не об этом. Это вы уже вдруг захотите сами разберетесь. Вот. Я хожу, ищу то, что мне нужно, а потом захожу на избранные. Да, вот у меня есть избранные. Тут личный кабинет, когда у вас есть, то вы можете оставлять себе те товары, которые вам понравились, ставя на них сердечко и у вас они будут высвечиваться. Вам обязательно на почту сообщат, когда снизится цена. И если вы выбираете товар, которого нет в наличии, вот у меня так, например, было с кремом дневным, да, вот этим вот. Вот, то мне пришло сообщение о том, что есть в наличии, появилось, и я его взяла. Вот, здесь я выбрала то, что хотела, да, то есть потом я пересматриваю, ага, в этот заказ у меня войдет, да. Ну, смотрю в основном по финансам, там, сколько я могу себе позволить. И так, значит, выбрала то, там, вот, крем для ног, для рук, там, ну, все, что нужно. Нажала купить. Высветилась у меня моя корзина. Сейчас я вам покажу, где моя корзина. В корзине у вас сразу подсчитывается сумма, сколько товаров вы заказываете. То есть вы можете выбрать, да, там типа вот крем для рук вам понравился, да, он небольшого объема, и вы берете, так нажимаете на плюсики, у вас их будет сразу два. И теперь вот видите, моя сумма заказа, минимальная сумма заказа 150 гривен. А вот. Я сейчас буду оформлять заказ. Так, оформить заказ. И у нас грузится вот три этапа. Да, так, личная информация. Вот, нажимаем далее. У меня все заполнено. Теперь я выбираю. Один раз только я выбрала курьером по Украине, и, ну, слишком долгая доставка была для меня, скажем так. Я всегда практически выбираю на новая почта, самовывоз. Все, теперь мне выдает, выберите отделение, склад номер один. Да, вот. Выбираем условия оплаты наличные. Теперь мне можно не звонить для подтверждения. И смотрим. Значит, здесь у нас пишет, если ваш заказ меньше, чем на 450 гривен, то доставка будет стоить 15 гривен. Недорого. Раньше было 10. Вот. Теперь я хочу выбрать подарочную упаковку. Так, есть вот такая вот. Сейчас. С заказом всегда приходит. А, один у нас пакетик есть подарочный, да, маленький. Ну, мне подойдет. Я его выберу.
Все, потом нажимаете оформить заказ. Я пока не буду нажимать, еще посмотрю, может что-нибудь выберу. Вот. И вам позвонят, если нужно подтверждение. Если нет, вам пришлют сразу ваш заказ оформлен. И смс-кой вы получите декларацию, номер декларации. Все, спасибо за внимание. Надеюсь, вам было полезно. Если у вас есть какие-то сайты, на которых вы заказываете косметику или кремы, очень буду благодарна, если вы их мне напишите в комментариях.